Девочки, мы пришли, таможенный контроль, паспортный контроль, сели в кафе, заказали чаек, чизкейк с сливочкой. Все, 1,5 часа ожидания, и мы летим в Бургас. Так хорошо здесь, солнышко, уютненько. В аэропорту уже не стала показывать ничего, потому что не разрешается съемка. А здесь кафе, вот хорошая кафешечка. Народу немного. Настроение хорошее. Да, сыночек? Купаться хотим, да, сыночек? Следующая остановочка – отель «Кавказ». Время – 1 часа ночи. Такая жизнь бурная. Все, пеняем. Горит, сверкает. Да. Девочки, ну такого приключения со мной еще не было. Это я не знаю, это такая совдепия. Я даже в былые времена не жила в такой совдепии. Света нет в ванной. Ни шампуня, ничего нету. Ну, в общем, тут забегаловка, а не отель. Кошмар. Просто кошмар. Это я ночью вам показываю. Мы добрались, время уже 1:30 ночи. Мы только доехали с утра. Ну, в общем, что, вещи не разбираю. Завтра отсюда съезжаю, это точно. Дали тормозочек вот такой. Я хочу, смеюсь, это вам не ресторан показывать, девочки. Вы даже не представляете. Давай завтра на завтрак сходим, а он клюзит. Давай сходим на завтрак. Я ради интереса, уже мазохизм. Нет, все, да, мы с утра встаем. Идем на завтрак. Идем на завтрак, показываем завтрак, показываем вам отель. Потому что за такие деньги обзор мы сделаем, конечно, серьезный, капитальный. Потому что люди... Проплатили. Люди целый год денежки вкладывают, чтобы приехать отдохнуть вот в такую прибедень. Я давно такого не видела, конечно. Такого. Вот. Я не знаю, что это такое, сынок. Я не буду. Я сытый. Лучше до утра водички попьем, сына. Ну, здесь вот веранда такая. Большая, шикарная веранда. Ну, в общем, как-то вот так вот. Красиво. Но зато на море, зато на море. Если не заходить в номер, то все нормально. Ну, в общем, будем вопрос этот завтра решать. Поэтому ночь переночуем, ничего. Лишь бы тараканов не было.